Саженцы смородины красная уральская красавица по мере роста превращаются в средний по высоте кустарник с густой листовой, компактный. Побеги у него толстые и сильные. Ягоды большие до 1,7 грамма одна штука. Ровные и округлые, красного цвета. У них сладкий десертный вкус. Крупномер уральская красавица зимостоек, когда приживается, начинает обильно плодоносить. Также это самоплодный сорт, которому для плодоношения не потребуется рядом растений опылителей. Кустарник не поражается мучнистой росой и большинством вредителей плодовых растений. К дополнительным достоинствам сорта следует отнести крупные плоды, отличный вкус ягод. Смородина красная уральская красавица – это многолетнее растение. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает смородина красная уральская красавица в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме пятилопастный. Весенняя окраска листочков темно-зеленая. Смородина красная уральская красавица имеет средний срок созревания. Плоды смородины созревают в месяце июль. Урожайность смородины красная уральская красавица около 3,5-15,5 кг. И это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 0,8 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод округлая. Окраска ягод красная. Вкус кисло-сладкий. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что смородина красная уральская красавица – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.